Доброго утра всем! Начинаем наш сегодня праздничный влог с коробочки вот такой вот с черешенкой. Думали долго, что подарить нашей учительнице, ну вот от нас именно, да? Решили подарить вот такую вот красивущую коробочку черешен в знак того, что лето начинается. Потому что для учителей, мне кажется, это тоже такой праздник. Им, бедным, особенно с начальной школой, приходится очень трудно. Ну ничего, мы справились 2 года, и мы отличники. Привет! Сейчас повезу Григория уже на последний звонок. В нашей школе Гришка, ну вот вторая смена, те, кто не выпускники, не первый класс, не девятый, какой там еще, пятый, четвертый, не знаю, четвертый, по-моему, там присутствует. Ну, в общем, на линейке не все классы. Вторая смена, у них отдельная линейка, либо даже ее не будет, я не знаю. Ну, в общем, нам к 11 сказали, что там будет один урок. Поэтому везу сейчас Григория, подарим коробочку черешни. И все, он потом позвонит, когда его забирать, я его заберу. Это кроссовки будут? Нет! Какие кроссовки, Григорий? Туфли! Давай еще один денек туфли, а потом 3 месяца кроссовки, да? И сейчас же в школу это пойдем там, надо аж там идти. Когда? Не помню, это расскажут. Должен сказать. Угу. А зачем? Ну там правда дорогие, мы закрыли все дела. Григорий. Угу. Пойдем. Да. Так, все, Гришка пошел на последний звонок. Я его подожду. Сейчас я же сниму деньги. Не знаю, правда, пойдут они в авокадо или нет с мальчишками, но потому что дождь капает. Сейчас узнаем. У нас дождик пошел, поэтому мы с Григорием приехали домой. Все, урок один закончился, да? Все нормально? Все, тогда побежали через дождь. Да. У нас еще горошек. Рвем сейчас горошек. Обожаю горох. Григорий, ты пойдешь рвать горох? Ты хоть оделся? В галошах? Нет, галоши обуваю, потому что после дождя. И пойдем рвать горошек. Так, мы с Григорием сейчас пойдем. Вот 3 ведерка пока нарвали, родители и Степа рвут. Сейчас пойдем еще. Да, ты хочешь поесть? Иди и пошли есть. Там пошли. А вот еще Григорий мне с утра обобрал клубничку, поэтому будем вечерком делать йогурт. Из всей? Ну, замораживать наш любимый соус с сахаром. Ай, с детской оставили сюрприз Афанасию. Камазик, чтобы он не на день рождения, а то глаза разбегутся, да, куча подарков, чтобы он уже начинал играть. Он так просил этот камазик. Я выехала в магазин, потому что у нас на ужин ничего нет, я не готовила, поэтому нужно сейчас что-нибудь приготовить. Башка с дедушкой оставили камазик Афоньке. Потом подарят еще что-нибудь, но сказали, камазик подарим, потому что у Зои было вчера день рождения, и надарили много-много всего, и вот каждому, естественно, хочется, чтобы ребенок поиграл с его подарком, но в один день все это невозможно, и они решили, что заранее ему подарят, чтобы он немного поиграл. Ну, то есть он уже с ним разгулялся, он об этом камазике мечтал, я не знаю, сколько. Вот, когда мы заезжали в люкс, для пятницы это слишком круто было, поэтому вот ждали дня рождения. Вот, и мы поработали, порвали горох, щавель у нас, петрушка, и сейчас я иду в магазин за пельмешками. Смотрим небольшие покупочки, 1 кг помидоров и 1 кг огурцов, в общем... Я не знаю, точно ли это килограмм. Ну, и розовые помидорки, ура. 175 помидорки стоят за 1 кг. А огурцы, вот, не помню. Не знаю.
Что еще в Сангистиле скидки были? Купила ватные диски. Для меня главное, чтобы были прошиты. То есть это такой расходный материал, но не те, которые разлазятся по шву. Поэтому именно смотрю, чтобы были прошиты. Вот такие вот тряпочки. Эколайф люблю. Вот несколько дней попользовалась и выкинула. Вообще не стираю, поэтому вот. Влажные салфетки. Это вот чек из... чего, из Сангистиля. Да, купила наконец-то шампунь, потому что в прошлый раз я купила два бальзама и поняла это просто после первого мытья головы, представляете? Так, люблю белые носки, ну, там были с полосочками, но мне не принципиально, но я обожаю, чтобы они были белые, а не какие-то, ну, в общем, светлые обязательно, по 40 с чем-то рублей. И шампунь Блискур выбрала. В общем, Натур Сибирики не было, но буду бальзамами Натура Сибирика пользоваться. Такой вот жидкий шелк. Это точно шампунь, да? Надо проверить. Потому что я так смеялась, когда я помыла голову двумя бальзамами. И не пойму, думаю, почему она такая жирная. А потому что два бальзама – это не сила. Так, что тут у нас? Ну, в общем, хотите, посмотрите. Скидка. Скидка вот 152 рубля составила. В общем-то, по-моему, неплохо. Я вообще люблю Сангистиль из-за того, что у них есть карточка. И туда накапливается. Вот. Накраски для волос. Но я не крашусь, поэтому мне не пригодится. Вот, потому что у них есть карточка. И иногда приходишь, и тебе бах, получается, там копишь-копишь, там шампунь бесплатный. Или там, ну, получается, там по цене, например, влажные салфетки бесплатно. Еще один пакетик пельмешки купила в Сельпо. 1 килограмм взяла, 220 рублей. Они как домашние, лепленные, очень вкусные. Не разваливаются, мы их очень любим, поэтому сейчас воду поставила, уже буду варить на ужин пельмешки. Сметана 15%, мне вполне себе устраивает. Вот это простоквашинская. Главное, что она не слишком жирная. Что еще? Хлеб. Вот такой вот мой любимый. Обожаю его. Вот это просто с морковью, но я еще люблю с семечками. Ну, это тоже очень вкусный. Черный перец засыпать в мельницу горошком. Взяла две пачечки. Варила по скидке 55 рублей. Поэтому набрала две упаковочки. И купила велюр. Могу сказать, велюр нам очень понравился. Пенка очень прикольная сверху. Мне очень нравится. Поэтому мы пьем сейчас вот велюр. И по вкусу вполне себе неплохой кофе. Не горчит, пахнет нормально, не чем-то пережаренным. Поэтому давай, давай, давай мне эти пельмешки. Мы тут варим пельмешки. Стоп. Пахнет. Это розовый помидор. Угу. Так, в общем, еще. Я сайт там нашел, чтобы это скачать Майнкрафт бесплатно. Да, он тебе нужен? Нужен. Всем привет! Здравствуйте! Ну как, вы поживаете? А? Еще 5 дней. До чего? До выпускного. А потом что? Ну, лето. Афонь, не нашел подарок, пап? Афонь, заходи. Покажи. Пусть заходит же сюда. Заходи. Нашел подарок? А где это ты взял, сынок? И дедушка купили сегодня. Даже я в люкс пришла, а мне говорят, у вас что, сегодня день рождения у кого-то? А я говорю, нет, еще нет. Это бабушка с дедушкой, говорят, уже подарок купили. Да? Это? Это у люксе было. Бабушка с дедушкой ждали тебя, а ты же был на собрании. Мама. С папой. Вы вчера еще ничего не собирали? Нет. Какой КамАЗ? Сейчас будем кушать. Ногушки эти кубили. Какие круглые? Ты хотел другой КамАЗ? Я хорошо. Эти КамАЗ. Ну, ты... Да этот КамАЗ хотел? Да. Ну садись сюда, Антон тебя будет катать. Давай, садись. А ты хочешь? Садись сейчас, я тебя так быстро прокачу. Вот, уважаемые родители, приглашаем вас на выпускной в детский сад. Все, у нас семейный ужин, папа. Ты будешь ужинать, пап? Почему они такие скользкие? Кто, пельмешки?
В общем, у нас пельмешки со сметанкой и салат. Очень вкусно. Мы уже несколько раз делали соевый соус со сметаной. Вместо соли соевый соус и сметанка. В салатике. Папуля тут нам все косит. Потому что мама не успевает. Цветочки уже распустились. Цветы, которые тетя Света мне давала. Посмотрите, у них цвет вообще обалденный. Я обожаю этот цвет фуксии. Просто поднимает настроение, да? Или только мне? Вот и васильки тоже очень люблю. За их разноцветность. Мне кажется, они вообще супер. Здесь уже другие. Вот еще фиолетовые. Или сиреневые. В общем, их много цветов. И Афонька. Афонька вообще молодец. По кочкам на таком велике это просто победа. То есть, мне кажется, не каждый сможет на этом четырехколесном велосипеде по кочкам, когда колесо бывает заднее, застряет. О, понесся. Надо засечь, я засеку. А зачем? Ну, мы все привились, я не хочу. Мы туда-сюда ездим. Я за минуту. Антош, подожди. Стой! Короче, Афоня. Короче, Афоня победил, да, Афонь? Да. Чуть-чуть? А сильно не ездил? А, ты так упадешь? Ну и езди как умеешь, хорошо? Ты же красавчик. А, помочь тебе? Давай. Так нормально? Ну как, нет, смотри, как ты делаешь, зай. Подожди, зайчик, ты вот так ей, смотри, потихонечку вот так водишь. Видишь, ты ей просто ведешь, и ты видишь, где она сейчас выткнется. И она бах, вот здесь, хорошо? Нет, на, ты сам, веди просто, как бы ты царапай ей. Не тыкай сразу, а как бы, вот, ты царапаешь, и ты видишь, где она сейчас выйдет. Чуть-чуть назад, если видишь, она не в том месте. Угу. Мы учимся вышивать. Антоном наконец. Афонечка, выйди оттуда. Ты сейчас его будешь толкать, у него иголка. Ты слышишь меня? Выйди, пожалуйста. Вот, вытягивай. Вот так. Да. Смотри, как она выглядит. Видишь, она как такая, вот так ей нужно. Сверху она немножечко выпуклая, видишь? Афонечка, вылазь, потому что стул крутится. Вот так. И немножечко ниточку подтянул. Теперь сверху бусинку. Что? Ну, это ты пойди, пожалуйста, с Гришей договорись, хорошо? Антона. Теперь втыкай иголочку, воткни там же, где серединка. Где и бусинка? Нет, сверху. Втыкай ее, чтобы она вниз туда повесила. Ты понял, куда? Ты уже... Нет, подожди, в бусинку не надо втыкать. А вот смотри. Сейчас, подожди, сынок.
вот сюда, вот вниз, вот сюда, вот, понял? Ну, найди там дырочку в своей пайетке. Называется пайетка, да? Ну, черный, когда мы увидим, где черный, мы смотрим на рисунок, да? Вот у нас есть такой дельфинчик. Давай я тебе помогу, подскажу. Ну, примерно здесь еще будет одна пайетка, еще одна с краешку. Хорошо? И придешь, ладно? Да, Афанасий потихонечку наливает пипетка. Мы не знаем уже где, но мы чайной ложечкой, да, наливаем туда водичку. Нашим муравьишкам, пока один брат вышивает, другой муравьишек поет водичкой, да? У них тут уже, кстати, норка, посмотрите, вот. Прям только в одном, получается, как кладовочка, да? Не, ну тут что открывать, они же отсюда тогда выскочат. Ой, у них тут паника на корабле, мы тут шумим. Тут была матка. Матка, вот, да. Матка. Правильно. Это мама-матка. Мама-матка, а ты кто? Афоня. Ты Афоня? А фамилия твоя как? Афоня Доголь. А лет тебе сколько? Три. А живешь ты где? Тут. Хорошо, сынуль. Так, у меня здесь перемолотая клубника на мясорубке. К сожалению, мой блендер сказал мне до свидания. Он сломался, поэтому что делать? Я все перемолола через мясорубку. И отлично. Очень счастлива. Сейчас буду добавлять сюда сахар. Ну, меньше, чем один к одному, потому что я не люблю очень сладкое. Это все не будет вариться. Я размешаю сахар по вкусу и по пакетикам, по маленьким. И это все у меня будет клубничный соус уже на зиму в морозилку. В общем, клубника через мясорубку, либо блендер. В блендере вообще круто сразу с сахаром все смешивать, и все отлично. Здесь же мне придется все мешать и ждать растворения сахара. Клубника готова. Я ее расфасовала по вот таким вот пакетикам. Такие вот пакетики у нас, они продаются в Оазисе разного размера. Они на вот этой вот, на вот этом замочке, и все отлично, ничего не вытекает. Сейчас все это отправится в морозилку. По пол пакетика накладывала. Воздух старалась выпускать. Ну, вот тут вот, видите, немножечко все равно его остается. Я думаю, что это вообще ничего страшного. Сахар, чтобы побыстрее растворился, я все-таки погружным блендером немножечко его взбивала, чтобы сахар быстрее растворился, его не нужно было долго мешать. Это все делает. Это ты все такое построил? Камазик сюда? Можно? Это твой камазик? Сердечко, да? Ну что, положи. А вы просто. Ой. Так, куда? А я спать. Посмотрите на время. Но разве это не радость? Всем спокойной ночи. Пока.